Друзья, всем привет! И мой сон закончился. Сегодня мне придется возвращать автомобиль. Прошла неделя, я проехал чуть меньше 1000 километров, но я хочу с вами теперь прям детально поделиться, рассказать вам про автомобиль, про его плюсы и минусы за всю эту неделю моих наблюдений. Как вы знаете, марка Jeep и, в частности, Grand Cherokee мне в целом симпатизируют, но были комментарии, что якобы ролик продажный, одна сплошная реклама. Друзья, честное слово вам говорю, никто денег не давал. Заправляю за свой счет, машину мою за свой счет. Все делал, все ухаживал, просто дали покататься, потестировать. Поэтому наговаривать на нее лишнего я не буду. И в тот же момент прям восхвалять ее тоже не буду. Я постараюсь все сделать адекватно и объективно. Присаживайтесь поудобнее. Всем тем, кому интересен Jeep Grand Cherokee, я постараюсь, чтобы сегодня вы узнали немножко больше о нем. В силу того, что машина брутальная, машина мужская, для настоящих мужиков, у меня для вас есть полезная информация. Друзья, я уверен, что вы слышали неоднократно про такую компанию, как ВМП Авто, и она славится инновациями в смазках. И у этих ребят есть такой товарищ, как Валера. Валера – это то самое средство, которое поможет любому мужику в работе с его автомобилем. Прежде чем что-то разбирать, ну видишь, что заржавел, ну не ломай, дай поработать Валере. Это средство не только для автомобилей, я бы назвал его универсальным средством. Сейчас весна пришла, ты отправляешься на дачу, приезжаешь к калиточку, открываешь – скрипит. Валера вам всегда поможет сделать доброе дело для вашего подъезда. Давай, Валера, настало твое дело. Ждем. Еще сейчас снизу. Проверяем. А? Тишина, парни, тишина. То есть любому мужику, чтобы показать, что он мужик, достаточно иметь просто-напросто Валеру. Применяется в повседневности, в быту, везде. Ведь кроме освобождения крепежа, Валера уничтожает ржавчину. Более того, Валерка-то полностью синтетичен. Поэтому если вдруг какие-нибудь соединения с резинками, ничего страшного. Пшикайте, брызгайте, ничего с ними не случится. Кто действительно любит поработать своими руками, сами прекрасно знаете, что руки становятся настолько грязными, что мыло обычное, хозяйственное, никак вам не поможет. Вам на помощь придет чистящая паста для рук Extreme. Ребята, скраб от самых сильных загрязнений. Любому мужику будет на пользу. Друзья, Валера нужен каждому мастеру, да и вообще любому мужику, кто хоть что-то делает своими руками. Одного Валеру я оставляю себе, а второго Валеру я дарю своему другу, который сейчас помогает мне записать данный сюжет. Друзья, ВМП Авто, Валера, все остается в описании, вся подробная информация там. В первую очередь нужно обязательно поговорить про внешний вид автомобиля. Выпускается он с 2013 года. Первая версия до рестайлинга выпускалась с 2009. Вот если эти два автомобиля поставить рядом, то да, будет заметно, что это стало свежее. Но в целом сбоку машина считывается. И вот это один из минусов автомобилей. Ну смотрите, когда я передвигался на нем в потоке, особенно когда его помоешь, он реально бросается в глаза, на него действительно обращают внимание. Я был удивлен, когда я стою в потоке, а различные девчонки сидят, разглядывают тачку. Наверное, их привлекает цвет. Более того, пневма стоит на автомобиле. Я и игрался, стоишь в пробочке, нажимаешь, машина поднимается, все смотрят, знаешь, обращают внимание на это. Оптика, передняя часть, она реально брутальная. Вот эти вот, казалось бы, два крюка красных, ярко выделенных. Вот ты когда едешь по дороге, не надо никому моргать. Почему-то автомобиль вызывает какую-то, не знаю, может быть, агрессию, он большой, люди сами уезжают вправо. За все время, пока я его эксплуатировал, ко мне ни разу никто не прижимался, мне ни разу никто не моргал. Хотя, когда я передвигаюсь на Тойоте по тем же самым маршрутам, точно с таким же ритмом, порой бывает типа, а, ты там, фофан, уезжай с дороги. Факт в следующем. Если мы сейчас присядем в автомобиль, посмотрим на него внешне, это все тот же 2013 год. Но вы понимаете, что в 2012 году машину-то там дорабатывали, рисовали, а сейчас 2019. То есть, покупая ее новую, ты вот по интерьеру все так же будешь оставаться где-то там, в ближайшие 3 года минимум. Но ты же не будешь покупать машину на полгода. То есть до 2022 года ты будешь кататься на старой машине. С одной стороны, можно сказать, old school, брутально, все классно. Но с другой стороны, достаточно зайти в Audi, сесть в Audi A6 новую, в Audi Q8, чисто для сравнения, чтобы понять, что ты оказался в будущем. Здесь же ты присаживаешься, машинка старовата. В первом ролике я затрагивал, что в оптике у нас идут дневные ходовки диодные, а сама оптика ближний и дальний биксенон. У нас здесь также стоят диоды в противотуманках. Вот эта часть пластика, она снимается в силу того, что у нас версия Trailhawk, она заряжена на бездорожье. На автомобиле стоит пневма. Цена вопроса плюс 100 000 рублей. То есть вы можете найти автомобиль,
дополнительно 100 тысяч рублей, и у вас на машине будет стоять пневмо. С 13 по 16 год, я думаю, все, кто интересовался джипами, знают, что они не гнали на Россию пневмоподвеску. Были проблемы, 60, 80, 90, 100 тысяч нужно менять. Сейчас же этот вопрос реально решен. Пневмобаллоны стали доработаны. Плюс ко всему, даже если вдруг что-то случится, я заезжал к официальному дилеру, он мне говорит, ну слушай, есть всегда аналог китайский. Китайцы идут в ногу со временем. 6-8 тысяч рублей, пожалуйста, тебе баллон поменяли. Поэтому, покупая такой автомобиль от 2016 года на вторичке, бояться пневмы не стоит. Ты отдашь за него, ну как минимум, 1,2-2,5 точно. И там потом, если что, потратиться на пневму, если вдруг она сломается, тебя это точно не разорит. В городе я и пользовался серией поиграться. За город выезжали, поднимал, показывал, всех привлекает. Но в повседневной жизни она, с одной стороны, нахрен не нужна, но с другой стороны, ты напрочь забываешь про все сложности с парковкой, куда бы ты ни подъехал, высокий бордюр, можно поднять автомобиль, все, ты открываешь спокойно дверь, всегда ты вылезешь. Просто, например, у меня возле дома вот такие бордюры идут. Подъезжаю, приподнялся, вышел, вопросов нет. Бах, и происходит очередное перемещение во времени. Друзья, мы с вами приехали в American Service, тот самый сервис, в котором я был ранее, знакомил вас уже с владельцем Дмитрием. Зачем мы сюда приехали? Grand Cherokee 2017 года выпуска, пробег 20 тысяч км. Trailhawk, давайте поднимем его на подъемник и послушаем, что нам расскажет владелец автосервиса. Я его попрошу, чтобы он сказал, с чем можно столкнуться, если покупаешь этот автомобиль, пусть пальцем покажет. Плюс ко всему, попрошу, чтобы он дал совет, если рассматривать автомобиль с пробегом, что лучше выбрать, дизельную версию или бензиновую. В общем, пойдемте с ним пообщаемся. Я думаю, этот разговор будет полезен, потому что человек разбирается в джипах, ну, гораздо лучше, чем мы с вами. Погнали. Друзья, я сегодня без оператора, поэтому снимать буду за кадром. Димон, здорово. Здорово. Слушай, пригнали тебе такого красавца. Что вообще скажешь за машину? Как тебе? Симпатичен? Очень даже симпатичен. И цвет хороший, и комплектация. Только она же пневмо. Угу. Соответственно, на бездорожье она будет подстукивать. У них на самом деле всего лишь из того, что частенько обращаться стали люди, угу. Надо пойти к задней Пойдем. Части автомобиля. Да, вот стоит мотор муфты Халдекса. Так. При несвоевременной замене масла в заднем мосту, угу. Она начинает клинить. А своевременная замена — это по сколько? Регламентное ТО где-то раз 80 тысяч километров пробега. Так. Чем старше машина, тем желательно менять раньше. Вот сразу вопрос. Услуга это дорогая вообще в целом, замена масла? 800 рублей. 800 рублей. Плюс, ну, плюс масло. Материалы, да. Ну и, конечно, провода, которые идут здесь. Видно, что все-таки они, скажем так, не очень глубоко спрятаны. И открыты. И открыты. Маленькие, да, прям можно запросто. Соответственно, порвать. Гниение и так далее. Угу. Как защитить? Обрыв провода. Дополнительно можно? Да, той же самой изолентой заизолировать, нет? Нет, это не спасет на самом деле. Просто немножко непродуманно. Обслуживать по части, снимать, чистить, угу. И так далее. Тоже процедура невелика в деньгах и так далее. Дим, пневмо стоит. Есть какие-то комментарии по ней? Сам знаешь, в России пневму никто не любит, не особенно любит, потому что дорого. Дорого. Нареканий пока к ним не было, статистики особо нет, машина слишком свежая. По подвеске в целом, в силу того, что версия внедорожная, будешь кататься, выезжать. Даже если слимблоки начинают потихонечку выходить из строя, страшного в этом здесь, на этой машине, ничего нету. Достаточно долго играющее все. Стоит немецкая трансмиссия. Такая же рекомендация — своевременная замена масла в коробке. Вот ты как считаешь, масло лучше менять полностью, вот с прогонкой, прям под давлением, или частично? А то многие спорят, кто как говорит. Версий всяческих много. Если вы, скажем так, не агрессивно ездите в нормальном режиме, то частичная замена масла, своевременная, угу. Она получается дешевле. Тут тоже как бы нормальная. Если масло в плохом состоянии, конечно, лучше прогонять через стенд. Дим, слушай, дай совет. Вот если, например, рассматривать тачку на вторичке. Вот, допустим, я выбираю один владелец 3-4 года машине до 100 тысяч пробега. Что лучше смотреть, дизель или же посмотреть все-таки бензин? Бензин, ну, как мы с тобой в последний раз разговаривали, налог выше, расход больше. Но при этом, как ты говоришь, бензин надежнее будет или как правильно? Бензин не надежнее. Бензин, скажем, по России, скажем, по Москве, более ремонтопригоден. Дизельные машины, не могу сказать, что они плохие, просто нет хорошего и качественного ремонта.
Слушай, такой момент. Значит, открыл я инструкцию по машине, начал читать. Там пишут. На самом деле же никто так инструкцию особо не читает. То есть говорят, можно сломать раздатку путем того, что включили пониженную передачу, едете по ровной дороге, включать ее там, где этого не нужно. Были такие у тебя случаи, когда, например, знаешь, приезжают, там что-то с раздаткой случилось, либо еще с машиной, когда человек сам ее убил. То есть не то, чтобы производитель виноват, а он не умеет пользоваться полным приводом там и так далее. Случаи были. Есть такое понятие в раздатке, как цепь. Так. Соответственно, если вы эксплуатируете ее на сухом асфальте, но на полном приводе, многие машины не подлежат езде на постоянном полном приводе. Соответственно, цепь вытягивается, корпус трескается, масло вытекает, раздатка приходит, ну, как сказать, раздатка ломается. В общем, я понял. В любом случае, друзья, вы можете воспринимать как хотите. Реклама, не реклама. Если я буду покупать тачку бэушную, однозначно я буду у Димона обслуживаться. Если вы в Москве, приезжайте, смотрите. Если вы не с Москвы, то и вовсе вам проще, как бы посмотрели, узнали полезную информацию. Ссылку я на него оставлю в описании, потому что сервис реально толковый. Специализируется на американских тачках. Поэтому, если что, заезжайте, а мы поехали дальше. Многие пишут, тяжело продать, не ликвид, на вторичке автомобиль не востребован. И с одной стороны, это действительно так, потому что кто у нас? Американец. Что такое Америка? Америка — это та страна, где живут американцы. Давайте я вам немножко напомню, что в Америке у них совсем другой образ жизни, у них совсем другие доходы, совсем другая система кредитования. Машина сама по себе уже не дешевая. То есть за ней приезжает человек, не которого денег нет, там концы с концами свести. Он приехал, купил, откатал на ней 100-150 тысяч, скинул ее на вторичку по трейдину, там неважно как. Второй владелец еще 1050-100 накатает. А что будет с третьим владельцем, всем уже плевать. Но вот здесь я отмечу так, что ресурс автомобиля, вот мы заезжали в American Service, общались с ребятами, условно, при хорошем обслуживании машина не будет тебе делать мозги до 200-250 тысяч км. До 300 тысяч это уже будет некое чудо. По-хорошему, покупая новый автомобиль, ты можешь быть уверен, что до 200 тысяч ты с ним напрягаться не будешь. Поэтому, если вы вдруг нашли на вторичке вариант там за миллион, миллион сто, Гранд Чироки с пробегом по 200 тысяч, человек просто понимает, что вот-вот машина начнет сыпаться, ремонт будет недешевый, да и в автомобиль, которому там 7-8 лет, никто вкладываться не хочет, они его скидывают. Брать такие версии не стоит. Лучше рассматривать свеженькие варианты в реале вот до 100 тысяч. Найти такие машины можно, я смотрел, отсматривал. От одного владельца есть варианты в продаже. В первом ролике я жестко накосячил с паспортными данными. В нашем случае мотор объемом 3,6 литра, 286 лошадей, 347 крутящего момента, вес автомобиля 2350 кг, разгон до первой сотни 8,3 секунд. Тогда я сказал, что 9,8. Ошибся я с аналогичным мотором, по сути таким же, который просто дефорсировали под 3 литра. Он выдает 238 лошадей для налога. Крутящий момент там меньше 300, но факт в том, что там автомобиль как раз-таки разгоняется 9,8 секунд до первой сотни. Там паспортный налог будет примерно 18 тысяч рублей, здесь паспортный налог будет примерно 42 тысячи рублей. Реальный расход у этого автомобиля, вот по городу, по Москве мы катаемся, там газку даешь, поехал, в пробочках поставил, спокойно едешь, 15-16 литров. Если прям жиганить на тачке, то, конечно, расход будет больше. Если выйти на трассу, то расход у автомобиля, ну, 11-12 литров. Подчеркиваю, здесь стоит 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, вы ее знаете, ZF, но она настроена реально на экономическую езду. То есть здесь нет кикдауна, нажимаешь педаль в пол, ни хрена не происходит. Когда мы только забрали автомобиль, предыдущий человек, такое ощущение, как будто очень спокойно ездил, вообще не жиганил на автомобиле, потому что пару дней пришлось, чтобы адаптировать коробку в режим того, что нажимаешь на педаль газа, чтобы машина прям хоть подрываться начинает. До этого был очень вялый автомобиль. Есть режим спорта, который реально работает, но он прям поднимает обороты, там 4-5 тысяч держит. То есть газку даешь, прям тачка срываться начинает. Система полного привода, когда забирали, говорят, тут 90% назад кидает, 10% спереди, чтобы машина не пробуксовывала. Но это ощущается, потому что газку даешь, машина прям приподнимается. Но при этом факт следующий, то что можно сделать прошивочку, у тебя сразу будет мгновенный отклик на педаль газа. Расход топлива вырастет. Мотор жрет 92-95. 98-й сотый сюда вообще не нужно лить. То есть это реально будет только хуже. Подводя здесь итог, если обслуживать автомобиль, содержать его нормально, не экономить на нем, первые 200-250 тысяч вы, по идее, должны откататься без проблем. Вот первые 1170 – 100%. Поэтому всем тем, кто смотрит автомобиль на вторичке, имейте к сведению, что вот с пробегом после 180 лучше его, наверное, не брать. А так, хороший атмосферный мотор, хороший автомат. Вот для бездорожья тяги здесь достаточно. Поэтому всем тем, кто покупает машину и любит покататься, реально выехать куда-то за город, будет круто.
шумоизоляции. Здесь из серии та, за которую не стыдно с завода. Ну серьезно, вот мы выезжаем на трассу, разгоняемся 130, тишина. Разгоняешься 160, еще терпимо, но больше 160, тогда уже появляется шум. Но при этом больше 160, как вы сами скажете, это уже плохо, так ездить не нужно. Подчеркиваю, у нас колеса стояли шипованные зимние. Знаю людей, которые ставили себе летние мягенькие колесики, дополнительно делали шумоизоляцию арок, находился в интернете, читал, говорят, реально заметно. При этом дополнительно шумку не делают. Лобовое стекло тоже идет с дополнительной ветрозащитой. Передние стекла у нас тут двойные, задние стекла обычные, но при этом ты сидишь в автомобиле реально комфортно. То есть если передвигаться на нем по городу, там до 100 километров, парни, прокатитесь сами, вот серьезно. Я катал на нем одного нашего акционера, катал на нем жену, катал на нем друга, катал на нем отца. Все сказали в один голос, машина комфортная. То есть вот если не обращать внимания там на интерьер, вот ты просто сел в машину и ты едешь. Тяжело было привыкнуть к этим зеркалам, они сферического типа, и когда ты едешь, то есть они тебе показывают очень большой такой обзор, но при этом, знаешь, непонятно. Вот я, например, перестраиваться начинаю, я не могу почувствовать автомобиль, который едет с левой стороны, он близко или далеко. Вот до сих пор катаюсь неделю, все равно, знаешь, тяжеловато. Камера заднего вида включаешь, вроде бы неплохой такой угол обзора, но все равно тоже тяжело к ней привыкнуть, и само по себе качество оставляет тоже желать лучшего. Посадка сзади. Вот я сажусь сам за собой, и в машине, в принципе, достойно, места хватает. У нас панорамная крыша идет, у нас, ну, не самая дешевая комплектация, подчеркиваю. Но чего-то прям здесь такого нету. Здесь вообще, по сути, ничего нету. Есть вот открыть окошко, вентиляция, все. Но у нас могут быть опционально здесь и в подголовниках дисплеи. Это тоже функция присутствует, но она стоит денег. Опять-таки, дисплеи будут с поддержкой Blu-ray, DVD. Кому они нахрен нужны сегодня эти Blu-ray, DVD? И вот в чем крутость автомобилей, когда есть возможность откинуть спинку назад. То есть ты поехал на дальнее расстояние, вот ты можешь усесться комфортно и хотя бы подремать. Потому что есть автомобили, там те же самые паркетники, где спинка не регулируется. И вот так вот сидеть, например, 1000 километров в Крым, ну ты чё, блин, офигеешь, тяжело будет. Вылазить из тачки неудобно. Вот сейчас я, да, вспоминаю Honda CR-V, у которой дверь открывалась 90 градусов. Вот я раньше думал, типа, чё эти 90 градусов? Блин, парни, когда я раз поездил на ней и понял, что такое 90 градусов, вот казалось бы мелочь, но реально очень удобно. Бак у нас 94 литра, заправил до полного, тогда офигел, 3600 что ли отдали денег. Сзади вообще, ну реально, вот сзади вроде бы все круто, но нужно дорабатывать, потому что вот прям сильно староват он сзади этот автомобиль. Садишься так вот, стоишь сзади него, смотришь, простенько. Здесь я вам все рассказывал, 780 литров, можно сложить сиденье, будет больше. В общем, багажник, скажем так, достаточный. А так, музыка, подчеркиваю, очень много колонок повсюду. Когда включаешь, акустика реально очень крутая, едешь с музыкой, как будто в ночном клубе находишься. Присаживаться в автомобиль, с одной стороны, действительно удобно. Мой рост 1,86 м, но когда я сажусь, я всегда помню про этот порог, ведь версия у нас внедорожная, и мы можем оба него легко испачкаться. Друзья, я вам про интерьер рассказывал, здесь даже повторяться нечего. Старый интерьер, с одной стороны, вроде бы есть все. Карта действительно работает хорошо, то есть ничего не тормозит. Я ездил по навигации, город знает, но старые карты, какие-то новые развилки, ни хрена не знает. При этом детализация, вот так вот ты смотришь, все неплохо сделано. Графика там, да, но она обычная, то есть это не то, что там какой-нибудь Audi или в Mercedes или в BMW ты садишься, где люди действительно стараются что-то нарисовать красиво. Здесь все так простенько, топорно. Вот эта часть, это вообще смех, про нее даже говорить не будем, то есть вот это нужно полностью менять. А приборная панель, вот здесь на самом деле вот все как надо. Все читаемо, все просто. Она также показывает вам навигацию, если вдруг вы едете по ней. В целом здесь придраться не могу. С левой стороны у меня есть возможность просто-напросто выбрать цвет, там, режимы. Ярче, темнее, все. Здесь у нас идет все тот же блок управления, там, ну, полным приводом, то есть различные режимы выбирать. Но его трогаешь, вот он тоже простенький такой, резиновый. Вообще все, что трогаешь в автомобиле, это больше, знаешь, напоминает вот именно такую брутальность. Вот почему в некоторых машинах садишься, там кожа отделают, да, ну типа более премиальная версия. Это же не премиальная версия, это обычный внедорожник, который тебе может дать возможность проехать там, где не проедет там какой-то паркетник, либо иной автомобиль. Здесь ты покупаешь тачку за ее внедорожные способности. Вот общаясь с людьми, некоторые говорят, вот есть народ, который пытается переделать, пытается на тачках наваливать. Не нужно делать этого на этом автомобиле. Эта машина дает возможность хорошо разогнаться по прямой. У нее есть запас мощности для внедорожья. Все. Перестраиваться, не в шашки играть не нужно.
При этом я вам скажу так, что тачка реально хорошо едет. Мне некоторые говорят, да она там на колее ее выбрасывает. Да любую машину из колеи будет выбрасывать. В общем, интерьер однозначно проигрывает все старое, но сел, настроился. Если рассматривать тачку именно как средство передвижения, что ты поехал, там музыку слушаешь, тут-то напрягаться не будешь, ну серьезно. Ну, конечно, вчерашний день автомобиль. Даже не то, что вчерашний день, вчерашнее десятилетие. Самое время отправиться на тест-драйв, потому что автомобиль в первую очередь мы покупаем для того, чтобы на нем кататься, чтобы ездить, передвигаться, а не чтобы сидеть, смотреть на дисплей. Друзья, сейчас я автомобиль уже раздраконил, поэтому у нас он едет в принципе достойно, но в любом случае надо тестировать, надо вам показывать. Вот, например, мы начинаем встраиваться, да? Вот затупки какие-то у людей начинаются. Здесь же все комфортненько, мы вошли. Вот я сейчас автомобиль чувствую настолько, что вот я педаль газа, я его уже подлавливаю. Мне не нужно давить в пол, как я уже вам неоднократно говорил. Все, что мне нужно, легонечко поймать машинку, подтопить, и она начинает разгоняться. Звук мотора реально крутой, потому что он все-таки V6, 3.6. 286, машина дает положительные эмоции. Автомобиль относительно свежий, потому что пробег здесь практически 20 тысяч километров. Автомобиль произведен 2017 года. Но вот на этот момент никаких скрипов, шумов по автомобилю нету. Хотя, с другой стороны, да, нужно понимать, что машина тестовая, все ее берут, все пытаются отправиться куда-то на бездорожье. Возможно, должна была бы она начать пищать, скрипеть, но мы ездим, то есть никаких посторонних шумов нету. Подчеркну вот подвеску. В городе ты едешь, вот эти стыки, лежащие полицейские, она сглатывает лучше. Если выехать на бездорожье и вот прям поехать, да, по разбитой дороге, блин, жесткая подвеска, прям серьезно. Шум от нее слышно, как она работает, то есть некомфортно ехать. По городу классно, а на бездорожье вообще не классно. Не знаю, почему некоторые владельцы или некоторые комментаторы писали о том, что вот ездил, блин, страшно на машине. Машина послушна, реально. То есть, не знаю, возможно, это свежая версия, просто как-то доработана. Но факт в том, что я на ней вообще не напрягаюсь. Что по городу кататься, что за городом, ну, на трассе, я всегда получал удовольствие. То есть, не было такого момента, что я там, знаешь, боялся за автомобиль, что я не понимал, там, не чувствовал его. Едешь, себя кайфуешь. И рулится автомобиль хорошо, и в целом вот обзорность, да, ты сидишь, квадратная тачка. В общем, все, как я и говорил в первый раз, на тачке охота больше отправляться в путешествие, но при этом по городу передвигаться не тоже комфортно. Самое главное – прочувствовать автомобиль. Вот только ты его прочувствовал, понял, как она едет, как она разгоняется, как она ведет себя на дороге, ты будешь получать удовольствие. Поначалу, блин, резкие перестроения некомфортно, машина высокая, то есть можно запросто попасть в неприятную ситуацию. Друзья, я делаю все под контролем. В первую очередь я вас призываю не нарушать скоростной режим. Следите за дорогой, передвигайтесь по принципу «тише едешь, дальше будешь». Оперативненько перевел в режим спорт, отклик на педаль газа стал острее. Вот хороший участок для того, чтобы посмотреть. Топишь в пол, не разгоняется. Вот сейчас он теперь будет рвать. Чувствуете, да? Даже слышите по звуку, что он держит обороты всегда выше. В тот же момент я в первом видеоролике сказал, типа, а нафига нужны вот эти подрулевые лепестки? В реале, на самом деле, они даже очень чем нужны, потому что ты можешь раз, вторую, газку пошел, в третью полетел. Вот сейчас подпросрал маленько, надо было пораньше отдавать. Ну, вы понимаете. Вот на скорости, скажем так, 40-100, если умеешь пользоваться, будешь получать удовольствие. Если не умеешь пользоваться или на трассе, ну, наверное, там они будут не в тему. Со светофора в городе до 60, пожалуйста. Уходит машина реально эффектно. Вот что-что, блин, я, конечно, не представляю, что такое SRT8, как она срывается с места. Там, наверное, вообще пушка гонку. Ну, блин, друзья. А трек-хоук новый, который... Хотелось бы просто рядом присесть, чтобы тебя прокатили, чтобы понять, что такое действительно дурь, мощь и по-настоящему быстрый автомобиль. Вот такая картина у нас получается. Пришло время мне прощаться с этим автомобилем. Сейчас я поеду сдавать его в представительство. Друзья, честное слово, остались больше положительных эмоций, чем негативных. Все вот эти мелочи, их никуда не убрать. Ничего не получится. Не получится заказать более продвинутую версию. Но, тем не менее, с этим либо придется мириться, либо же ждать, пока появится новая какая-то свежая версия. Но это действительно легендарный автомобиль, это действительно интересный автомобиль. Покупать его с расчетом, что вы проедете там 500 тысяч, 600 тысяч, не стоит.
все-таки его нужно брать из расчета, что первые 150-200, ну 250 тысяч, и с автомобилем придется попрощаться, либо же придется начать вкладываться в ремонт. Машина с точки зрения внедорожника — это самый настоящий брутальный внедорожник. Даже джип, уже любая повозка, которая с полным приводом и повыше, сразу джип. Хотя вот он, тот самый настоящий джип. Мне машина понравилась, напишите ваше мнение, что вы скажете по этому поводу, что вам понравилось, что вам не понравилось в автомобиле. У меня на этом пока что все, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.